Удобно сидеть? Да, нормально. Что было? Сегодня видели Кабрианскую ГРЭС, сейчас ее видно, но очень плохо, наверное, не увидите. Еще вдали там? Вот телевышка. Но. Вот выше и левее, под но, горизонтом, там вот, белое здание и две трубы, вот это вот, она, 40 километров примерно. Качаться будем? Да, мне как-то больше так по релаксу больше нравится. Хорошо, давай. По релаксу полетаем. Там вот слева-то, где у леса такие отдаленные дома. Ну, в смысле отдаленные дачи. Ну. Вот. Я и говорил то, что я над ними видел эту таблетку-то получается. Ну, может быть. Да, кто-то прилетал, но их снизу-то вели на машине, то есть там снизу сразу ехала машина. На случай чего. И они у нас в поле там сели. Саш, довольно плотно против это. Мысли не Саша, а Андрей. Самолет-то куда улетел? Не понял. Самолет-то куда улетел? Может, дом купил пилотажный, он аппарат. А сколько в школе-то обучение стоит? Надо у лицея спрашивать, я сейчас не могу точно вам сказать. Я что-то помню, 15 там говорили, что такое? Я не могу сказать. А это долго там получается? Это от каждого человека индивидуально зависит, я не могу вам сказать тоже. У каждого, у кого-то видите, вот вон самолет, выше нас, не верю. У кого-то быстрее идет обучение, обычно у молодежи. У кого-то помедленнее. Поймаете нас? Делаете? Пока сейчас не надо.
тут, если что, можно через заправку уехать? Уехать нет, идти можно пешком. А, ясно. Ножки в уголок? Благодарю. Как ваше впечатление? Отлично. Опа. Так, что там оттягивает? Сейчас я вас отстегну. Бегом, пока не вылетит. Бегом. Андрюш, ты что не углядел, конечно?